Всем привет, вы на канале Tasty Food. Сегодня я вам хочу предложить обалденный зимний салат, который отлично подходит к картошке либо к мясу. Это свекла по-корейски. А самое главное, что готовится очень просто и получается безумно вкусно. Вот что мне понадобится для этого рецепта. Для этого рецепта я буду использовать сырую свеклу. Также мне понадобится 9% уксус, кориандр, черный перец, красный перец, сахар, соль, чеснок, одна луковица и подсолнечное масло. Приступаю. Сырую свеклу натираем на терке для морковки по-корейски. Теперь очень важный момент. Чтобы специи открыли свои вкусовые качества и свекла по-корейски получилась действительно вкусной, нужно накалить масло и обжарить в нем одну луковицу. А луковицу нужно нарезать крупно. И отправляю лук в раскаленное масло. И буду жарить до румяности лука. Лук мне не понадобится. Самое главное, чтобы он отдал аромат маслу. В свеклу выдавливаю чеснок. Прямо на чеснок высыпаю специи, соль и сахар. Рядом вливаю уксус. Лук отлично подрумянился, извлекаю его из масла. И кипящим маслом заливаю прямо на специи. Все хорошо размешиваю, накрываю пищевой пленкой и отправляю в холодильник. Лучше всего на одну ночь, чтобы свекла у вас хорошо промариновалась. При подаче можно посыпать кунжутными семечками. Салат промариновался и самый вкусный, простой зимний салат готов. Всем приятного аппетита! В меру остренький, хорошо чувствуются специи. Я считаю, что просто бесподобный вкусный салат. Особенно к мясу, либо к картошке. Всем приятного аппетита! Всем, кому понравился этот рецепт, конечно же, ставьте лайк. И подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующих видео. Пока, а я пошел кушать салатик.